Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей. Продолжаем мы проходить Little Nightmares 2, маленький кошмар, вторая часть. И я так понимаю, что, скорее всего, это будет финальная серия. В прошлой серии мы вот это уже попробовали, мы ее пытались вытащить оттуда. Практически нам это удалось, но мужик из телека назад ее затащил. И мы, соответственно... От него в прошлый раз не успели убежать. Этот пестух вылез. Топор должен выскочить. Мы берем топор и идем рубить дверь. Удара 3. Бросили топор и побежали, блядь. Ты на меня не смотри, нахуй. Фух, бля, убежали. Наша, наверное, я так понимаю, а может и не знаю, наша задача спасти шестую. И заебашить этого деда. Может и нет. Ага, прошел. Вроде бы как. А идёшь-ка ты нахуй, мужик? Тихо-тихо. Он назад типа в телевизор, да, съебал? Тын-тын-ты-тын. Звук был похожий. Слушай, коридор, кстати, похож на коридор из телека. Бля, я не успею. Сука. Долго тут проковырялся. Ты ебанько. Да не туда. Мужик, отстань. Вот и блядь. А что ему мешает взять и телепортироваться прям в один раз? Так, берем. Берем. Да бери ты, блядь, доску. Отрываем ее к хуям. И бежим. Только не разбейся его. Хорошо. Туда это, я думаю, он не будет прыгать. Вот опять убегание. Тут так хорошо шло. Банка. А чемодан ты не открываешься? Да нет, нет. Я спрятался? Или мне просто надо было бежать? А ты говно, да? Сколько раз за эту серию он меня поймает? Ёб твою мать. Ты зачем по поездам-то, блядь, за мной бегаешь, мужик? Бля, сука. Да нет! Не утыкайся ты в стены, блядь. Бежим. Кнопку зацепиться я не отпускаю. Отпускай! Нет! Сука. Только что сказал, да? Кнопку... Зацепиться я не отпускаю, блядь. Ее надо было отпустить. Я думаю, что он вполне бы мог зацепиться в один... Ой, зацепиться, телепортироваться ко мне в один прыжок. Но что-то ему...
не дает. Да ебаные вы стенки. Не успел. А куда надо было? Хоть бы поставили один какой-то этот. Одну метку, куда его переводить. Направо вроде не перевело. Сейчас попробуем налево. И сейчас попробую не утыкаться я в стены и не лезть на... Пустился. Побежали. Да хуй тебе, понял? Вот как это надо было, блядь, угадать, а? Мы поехали, пока, мужик. Ты идешь нахуй. Ты можешь, конечно, попробовать телепортироваться, но... Мы едем в страну, где нет ни одного телевизора. Бля, это хуёво, слышишь? Мелкий. Встань. Ты чё дымится рядом? Похоже на мышеловку. На, тебя это... Тебя глушануло нахуй. Так, он не прыгает. О, шестая. Я попробую тебя догнать. Но она меня явно куда-то ведет. Вон туда нам. Ну, пойдем. Тут вроде как, ну, мне в Ютубе в этом, в рекомендованных выскакивают всякие, вроде бы как есть секретная концовка. Но мне кажется, для секретной концовки нужно было всех пацанов собрать. А я вряд ли бы, не вряд ли бы, а я вряд ли их всех собрал. Я даже в этом, наверное, уверен. Потому что некоторые места, наверное, скрыты. Вот, но я на всякий случай, сейчас посмотрим, насколько серия будет долгая, недолгая. Но в любом случае, в конце я посмотрю, что нужно там для этой секретной концовки. Если не надо перепроходить игру сначала, то мы посмотрим еще и секретную концовку. Если нужно перепроходить уровни там как-то по новой или еще что-то, наверное, я не буду этого делать. Ну. Ой, как. А ты сам идешь, да? Нет. Или да? Но меня он не слушается. Бежим? Что делать-то? А, все, ты все, да? Пакет снял. Слышь, не сдавайся, вставай. А, у тебя какая-то, наверное, суперсила есть, да? А, типа как канал мы настраивали? А, типа, я понял. Да я тебя сейчас отпиздошу, нахуй, раз на раз. За ним надо, он, то есть куда наклоняется, туда и мы наклоняемся, давай. Да хуй ты угадал, конечно, ага. То есть он специально для этого носил пакет на голове, чтобы вот эти свои сверхъестественные способности немножко заглушать, что ли? Так получается? Че, еще раз на раз? Еще раунд? Вообще, типа, три было, я во всех трех победил.
Так, ну все, ему пиздец. Мы сейчас, наверное, идем туда, в башню. А-а-а. То есть мне даже идти никуда не надо. Башня сейчас сама сюда придет. Ебать, ты мощен, короче. А чё ж мы тогда выёбывались-то? Палками били этих, блядь, каких-то кукол фарфоровых. А, ну... Я чисто это... Подожди. То есть, короче, этот маяк, да, как я... Правильно, если понимаю, если нет, то поправьте в комментах. Этот маяк, он приехал сам к нам. И теперь мы тут станем главными. Поскольку мы вроде как главного заебашили. Только не говори, что конец. Побледнение? Побледнение? Так, вот он, этот коридор. Дверь сама открывается. Конечно, блядь. Так. Возьмем с собой. Короче, маленькие кошмарики нихуя не кошмарики. Точнее, не такие уж и маленькие, как кажется на первый взгляд. Так, ну понятно. Я думаю, может, шапка какая-нибудь есть. Я вон вижу это. Ну, конечно, блядь. Давайте еще в двери поиграем. Короче, нам надо на самый верш. А там кто-то туда зашел. Или это типа я зашел и вышел. Блять, серьезно? Братан, нас с тобой пиздец, мы в петлю попали. Тут есть еще одна дверь есть. Мы ее не откроем? Бутафория? Так, здесь ничего нет. Ты же здесь не полезешь, правильно? Нет, полезешь. Ага. Нет. Попробую. Я всунул второй наушник, потому что я обычно играю с одним. И теперь действительно... И теперь действительно слышу, что у каждой двери играет... Да, громче. Так что... Тут не играет. Либо тут. Да, там играет. Ага. Игра со звуком, мать её. Блядь. Так, теперь, ну, сюда. Стоп. Нет. Но играет там. Играет слева. А как тебя открыть? Может быть, сюда? Так, теперь бегаем и слушаем откуда. Тут нет. Оттуда. Да. Ага. Ну так, тут чисто уже... Блин. Идёшь ты в сраку.
Только посмотрел, идет запись, не идет. А то, может, сижу сам с собой разговариваю, он, блядь, пизданулся. И что, так прям до самого верха? Ага. Ёпта. Мне кажется, вот здесь. Я перепрыгну. Ага. Перепрыгнул. Вставай давай. Значит, между дверями. Тут нет ничего. Погоди, стой. Может, ее свалить можно? Да, хорошо. Теперь понятно. Здесь. Значит, там сюда. Играет справа. Или слева. Да, слева. Оттуда издали звук, как будто справа. Тут ничего? Хорошо. А мне кажется, мы уже потихонечку к вершине этого маяка приближаемся. Кто там пыхтит? Ебать, шестая, ты? Никто не отбирает твою шкатулку. Мы же друзья. Ты помнишь? Бля, она стала длиннорукой, как из первой части. А может быть, тебе что-то... Утка? Она все время брала утку. Бля, возьми утку. Так. А, вот. Ань. Бля, молоток. Надо шкатулку разъебать. Бля, мне кажется, она будет зла. Тихо. Не злись. Я надеюсь, мы не убили ее. Бля, пиздец. Ань. Нет, Аня, блядь, зла. Ладно. Наша участь убегать. Вставаем. Ань, прости, я тебе новую куплю. Или мне туда не надо? Шкатулка тоже никакая не играет. Мне вопрос, зачем мы разбили шкатулку? Или в шкатулке ее это, и смерть? Блять. Ну да, немножко сократили дистанцию.
Погнали. Главное не в это, не втыкаемся ни во чём. Вань, вспомни, блядь. Пиздец. Нет, нас здесь нет. А зачем есть столько суставов в руках? Сохранялочка. Бля, вон этот хуй из телевизора взял ее и превратил. Понятное дело, мы от нее убегаем. Но давайте мы ее не будем рубить. Ань. Бля, серьезно, босс? Так. Ну-ка. Подожди. Ты же не будешь на меня нападать? Подожди, стоп. Она защищает шкатулку, это понятно. Зачем нам двойной пролом? Может, ее как-то разбесить? Так. Ясно, понятно. Нихуя не ясно, нихуя не понятно. С топором у нас такой маневренности не получится. Блять. Тумака раздает знатного. Есть еще две двери. Есть еще две двери. Ёптать. Я подумал, может быть, она их разобьет, но она их не разбивает. Ну, шкатулка как будто не здесь играет. Подожди, может быть, мы как-нибудь наверх здесь залезем? Нет, мы здесь никаким образом... Наверх не залезем. Справа тоже все это. Тихо, тихо. Успокойся.
Погоди, а ты ничего не берешь? Никакие игрушки. Я просто тупо не успею. Просто тупо не успею. Подкат. Подкат тоже не сработал. Блин. Шестая, что тебе надо, блядь? Как дам нахуй. Может быть, по руке ее стукнуть? Блядь, ага. Только топор полетел, и все, блядь. Вот эти обломки ты не берешь. Да? Левую дверь ты не открываешь. Может, её позвать? Нихуя себе, Ань. Ой! А вон ты как могёшь умеешь. Хорошо. Так, я придумал. Бежим. Угомонилась, блядь. Сумасшедшая. Фух, делов-то. Я забыл про то, что ее можно звать. Сейчас опять убегать. Или она все, расколдовалась. Ну, идем только вперед. Заметь, шестой никакой вред мы не нанесли. Мы разъебали только ее шкатулку. Бля, серьезно? Есть вариант, куда еще можно бежать? Куда угодно, да? Вижу. Просто я не понимаю, почему нас вообще куда-то в другое место бросают. Ёб твою мать. Так, она защищается. Давай для начала проверим. Чё да как да почему. Я понял. Подожди. Здесь спуска нет никакого. Топор бы поднести. Блять. Хорошо. Но почти, почти мы эту хуйню всю разрушили. Ага. Ага. Бросай. По факту.
Бля, как мне с топором-то быть? Мне его надо поднести к двери. Да ёб твою мать, почему ты сюда-то переагрилась? Так, ну понятно. Берем. Бросаем, бежим. Кричим, Ань. Тихо. Блять, не успею. Не успею. Так, еще раз. Успел. Ты че, блять? Охуеть. Так, ну еще раз. Принцип. Так. Принцип ясен. Так, теперь. Подожди. Давай так, да. Как это, блядь? Она меня раздавила рукой. Тихо. Я здесь. Я здесь. Фух, я надеюсь, это последний раз. Третий какой-нибудь там вообще, бля, будет жестокий. Она будет, бля, бегать нахуй, а нам надо будет топор достать. Ну тогда давай опять сюда. Куда-нибудь побежим. Блять. Чё не все? Так, топор вообще там. По факту. Можешь топорик подбросить? Охуеть. Так, значит, я ее зову. Нет, я ее зову здесь. Thank you.
Бля. Наверное, так будет правильнее. Пиздец. Блять. Нахуй, брось топор. Брось топор, говорят. Так, 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 тракатакатак. Но верхняя дверь тоже как-то надо использовать. Да, его нужно просто стащить отсюда. И дел, и делов-то. Блять, не успел. Бросил. Топор бросил, молодец. Так, теперь. Нам нужно ее отвлекать опять туда и тащить топор уже потихоньку оттуда. Хорошо. Главное не попасться. Назад. Ага. Брось. Блять, она руку еще засунула. Ну. План ясен, понятен. Надо мне теперь знать, что она засовывает туда руку. Пиздец ты длиннорукая. Бросай. Пиздец, бля, как же ты долго, сука, его бросаешь, бля. Ёб твою, ёбаный локоть. Ну сейчас, 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 сейчас я это все сделаю, бля. Да? А если мы попробуем в один размах это уебать? Вот если бы ты запрыгивал, прям вообще, блядь, неплохо было бы. Нет, я не успею. Не просто так. Ну, может быть, есть вариант? Надо чуть поэта просто посмелее действовать и все. Давай, блять, все, больше мы не будем этого делать. Берем топор.
Давай, пожалуйста, руки убери от шкатулки. Что тебе, блять, надо? Что не так-то? Может, хорош, бля? Уже заебал шкатулку. Реально, вот в конце прям уже бесит, нахуй. Достаточно, по-моему, обычно там трех, блядь, нескольких раз. Зачем столько-то? Вот она, живая, вставай, давай спасаем ее и валим нахуй отсюда. Шестая! Привет, мать, ты как? Мы шли тебя спасать сквозь боль и просто страдания. Куда? Блять, все нахуй закрывается. Вставай! Ебать. Это и есть, короче, башня. А, то есть я по ней могу бежать, по этой лаве. Или что это, блин? Шестая, спаси! Ну или беги, я не знаю там как. Ебануться. Ну поднимай, уже сколько раз поднимали. Она меня отпустила? Ты серьезно? Ебать ты, конечно. Почему, блядь, ты меня не вытянул-то, не спасла? Мы за тобой пришли. Спасали тебя. Бля, и чё, мы превратимся в этого... Блин, на мозги похоже. Ну, я по привычке бегу куда-то. Что это такое, блядь? Трон? Как это? Мозговой сектор, блядь? Мозговой центр. Да один остался. А, все понял. Этот стул, блядь, на нем этот хуй сидел в шляпе, которого мы заебошили.
Блин, на самом деле от девки я такого не ждал. Да, да. Он сидит здесь, растет. Охуевает от предательства. Все это копит в себе. Давай, короче, поймаем шестую и нахуй ее заточим в этой башне, блядь. Пусть она, блядь, 12 лет миллионов сидит на этой табуретке. Тебе пакета не хватает. И стул, мне кажется, подувеличился, нет? Теперь мы играем за него, да? И прыгаем. Лазим по каналам, по канализациям. Откуда шляпа-то, блядь? Что, даже лицо покажет? Тут, наверное, больше... Точнее, не то. Здесь более глубокий смысл закопан. Я просто сижу, думаю. Маленький кошмар, скорее всего, называется по причине... кошмар в детей. Ну, тут, блядь, жесткие кошмары у детей. Так я назову это. Но показали, типа, он рос, рос. И вот он, пожалуйста, тебе вырос. Наверное, все-таки больше переносный смысл имеет значение, нежели... Был пацан, блядь, его кинул девка мелкая, и все, он, блядь, вырос злобным опять уродом. Который будет из телека у всех мозги пожирать. Скорее всего, ну, я это... Не буду какие-то жесткие предположения строить, поскольку... Хуй знает, что в голове было заложено изначально. Я думаю, что, скорее всего, автор знает. Да, вот... Тот человек, который писал сценарий, он знает, какой смысл здесь заложен. Ну, естественно, вся команда разработчиков. Прерывание сигнала. Хорошо. А это? Мне интересно, как-то можно мотануть? А то, может, что-то после этого есть? Мне интересно, будут какие-то DLC в этой части. Наверное, не в этой части. Будут ли какие-то DLC... да, во второй части. Если будут, то говорите. Коротко об игре. Игра в целом мне весьма и весьма зашла. Она атмосферная. Единственное, не хватает какой-то плюс-минус разъяснения сюжета. Конечно, додумывать, догадываться может каждый о своем, но хотелось бы все-таки иметь какой-то концепт. Игра мне понравилась, я ее советую поиграть. Она не сильно страшная, но она держит. Именно вот атмосферка очень крутая. Все, на этом все на сегодня. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующих прохождений, друзья. Всем пока.